особенности, которые не то чтобы мы развиваем теорию, но мы произносим разные термины, которые, смысл которых нужно уточнять потом, глядя в учебник Арнольда Варченко «Гусейнзаде», а сейчас просто идут некоторые комментарии к этим определениям. И мы с вами обсуждали, что с особенностью связана некоторая топология локальная, а именно его слой Миллера, и чтобы ее лучше понять, нужно смотреть даже слой Миллера не самой исходной особенности, а ее небольшого маленького шевеления. Поэтому давайте посмотрим, что же такое вообще шевеление особенности. Это называется теория деформации особенности. Деформация особенности. У нас имеется исходная особенность. Росток особенности в начале координат. Слово «росток» означает просто, что она задана в некоторой окрестности начала координат, размер, который мы не специализируем, но потом мы можем при помощи выбирания разных эпсилон и это считать их достаточно маленькими. Вот. А теперь мы рассмотрим, что деформация – это значит, что мы еще вводим дополнительные параметры, и наша функция зависит от дополнительных параметров. Мы рассматриваем такое семейство функции f от xy. X принадлежит cn, как и раньше, а y принадлежит какому-то дополнительному пространству параметров. Так что при нулевом значении параметров у нас есть исходная особенность. F от x0 равняется f от x. Это... Опять же, y можно считать, что в окрестности начала координат, все это голоморфно по всем координатам, это называется деформацией f, это деформация особенности f. Деформация исходной функции f. Так вот, оказывается, что из всех деформаций существует такая универсальная, из которой можно все другие изготовить. Значит, давайте я напишу сразу для особенности а мю т, которая x в степени мю плюс 1. Ее вот эта та деформация, про которую мы будем говорить, универсальная или версальная, выглядит таким образом. F от x, ну давайте вместо y я буду использовать не всегда, ну пускай будет y, давайте y. 1, тогда далее y мю, у нее будет мю параметров. Это вот что такое. Это мы берем многочлен и добавляем все возможные мономы меньшей степени, но только мы будем пропускать моном с x степени мю. Значит, следующее будет x степени мю минус 1. Коэффициент будет, пускай, да, мне хочется его лучше называть через y2. Плюс так далее, плюс y с номером μ плюс 1, x в нулевой степени. Значит, нумерация в данном случае от 0, от 2 до μ плюс 1, но это не важно. Нумерацию я здесь выбрал в соответствии с пожеланиями весов, потому что все это будет еще потом квазиоднородно, но пока это не важно. Значит, я добавляю все мономы меньшей степени для... Все мономы меньшей степени пропускают только моном с номером мю, x степени мю. Например, для особенности А3 это x четвертый плюс АХ квадрат плюс БХ плюс С. Значит, как я выбрал это семейство? Ну, понятное дело, что если я добавлю какой-нибудь к x четвертый, добавлю какой-то моном более высокой степени, то от этого наша особенность сильно не изменится. Ну, с помощью замен координат это приведет к... будет эквивалентно исходной. Поэтому добавление мономов более высокой степени бесполезно, ничего нового мы не получим. Поэтому нужно добавлять мономы меньшей степени. Но почему я пропустил их в кубе? Дело в том, что если я сдвину координату x на какой-то параметр эпсилон, то тогда при таком сдвиге у меня
качественно, это можно считать то же самое семейство с перенумерацией координаты, но это превратится в параметр с точностью до членов, линейных членов по эпсилон, я просто добавил моном x кубе. Поэтому, если у меня в нашем семействе и был коэффициент x кубом, я могу его убить с такими сдвигами, добавив подходящий параметр эпсилон. Ну или на другом языке, коэффициент при x кубе, это по теореме Виета, это сумма корней этого многочлена. Поэтому мы после того, как мы взяли произвольное семейство многочленов с произвольными коэффициентами, мы потом сдвинули координату так, чтобы центрировать сумму корней. Когда мы сдвинули на сумму корней, так, чтобы сумма корней попала в начало координат, то тогда коэффициент при x кубе исчез. Поэтому, значит, нужно рассматривать вот такую деформацию. Так что такая деформация содержит в себе все, что можно содержательным образом получить из исходного многочлена. А в общем же случае нужно поступить таким образом. Нужно рассмотреть локальную алгебру, которая на прошлой лекции была обозначена таким образом, и набор мономов, набор многочленов, которые эту алгебру порождают. Фи1 и так далее, фимю. Их мю штук, потому что алгебра имеет равную размерность числу Милнера. И рассмотрим какой-то базис в этой локальной алгебре, который представлен некоторым многочленами или даже мономами. И в качестве такой деформации нужно взять такую. Мы берем исходную функцию, а потом добавляем эти мономы с произвольными коэффициентами. Их мю штук, y и t на фи и t. Вот. Ну, так и получилось. Здесь локальная алгебра, градиентный идеал содержит все мономы, начиная с x степени мю, а все мономы меньшей степени порождают локальную алгебру, и вот мы таким образом их построили. Значит, вот это определение того, что называется миниверсальной деформацией. C, точнее, в ее стандартной форме. И, значит, теперь теорема. Пускай имеется теперь произвольная деформация, обозначу через ее буквой фи. Фи от x лямбда. Произвольная деформация. Ция. Лямбда принадлежит какое-то количество параметров деформации никак не связано с числом Милнера, а вот в этой миниверсальной их как раз равно мю штука. В общем случае оно может быть каким угодно. Вот произвольная деформация, тогда существует такая замена x лямбда и y от лямбда, такие функции, такая, что эта деформация получается из универсальной соответствующей постановки. Фи от x лямбда, f, в которой x сделана замена, x от x лямбда, а y – это, соответственно, y от лямбда. Ну и это x должно быть обратимой заменой по x переменным, зависящий от параметров, в частности, определитель якобиан замены dx и t по dx маленькое gt
не равно нулю. Это обратимая замена по x-координатам. В окрестности начало координат это выполняется, следовательно, выполняется в некоторой окрестности. Значит, эта деформация в себе содержит. Все. Давайте я поподробнее напишу, что это означает условие. Возьмем произвольную деформацию. Произвольную деформацию, ну или да, или версальную, или произвольную деформацию. И у нас есть пространство параметров. ЦКТ – это пространство параметров деформации. И если мы возьмем функции из этого пространства, для разных значений лямбда соответствуют функции, которые являются пошевелением, маленьким шевелением нашей исходной функции f маленькая. И у нее может быть либо все критические точки морсовские, мюштук, либо часть из них все еще слипшиеся. И мы говорим, что пространство дискриминанта этого семейства состоит из таких значений параметров лямбда, таких, что 0 является критическим значением соответствующей функции f для данного значения параметра. Это называется дискриминант нулей. Дискриминант нулей. И если мы находимся на этом дискриминанте, это означает, что соответствующая гиперповерхность, которая задана уравнением нулевой уровень этой поверхности, это особая поверхность. И наоборот, если у нас есть какое-то значение параметров дополнения к дискриминанту, то соответствующая поверхность уровня это не особая поверхность, и если мы ее, как положено, рассмотрим в маленьком шарике, то это слой Миллера. Не особая поверхность, ну там с гладкой границей, и она не зависит с точностью до гомеоморфизма от выбора деформации, от значения параметра лямбда. И все такое прочее. Так вот, это верно для произвольного, для произвольной деформации, не обязательно для версальной, но в каком-то смысле вся информация, которая содержится в произвольной деформации, ее можно считать с версальной. Значит, давайте я рассмотрю пространство параметров нашей деформации какой-то произвольной и той, с которой мы стартовали, версальной деформации. И здесь есть отображение параметров этой деформации, которая здесь написана. И что она говорит? Что значение нашей функции, наша функция, соответствующая данному значению параметра лямбда, она эквивалентна с точностью до замены переменной некоторой функции из версальной деформации, соответствующей вот этому значению параметра. То есть в этой версальной деформации содержатся все возможные функции, которые можно получить из исходной маленьким шевелением. Ну и в частности, здесь живет свой дискриминант, который я условно вот так вот изображу. Некоторый дискриминант. И здесь живет свой дискриминант, который соответствует
исходной деформации. И этот дискриминант в пространстве нашим параметрам, наших параметров деформации, это есть просто прообраз вот этого дискриминанта. От того дискриминанта, который живет вот в этом пространстве параметров. То есть у функции, эта функция является вырожденной вот в этом смысле, что у нее множество нулей особо, тогда это означает, что она соответствует функции соответствующим вырождением в версальной деформации. Вот. Поэтому не имеет смысла изучать все деформации, а нужно изучать только те, которые являются версальной деформацией. У нас вот в том выражении у нас x от лямбды же тоже зависит. Это никак не повлияет? Да, но главное, что это от x не зависит. Значит, если мы зафиксировали какое-то значение лямбда, рассмотрели вот эту функцию для фиксированного значения лямбда, это есть пошевеленная исходная функция. А она, что значит здесь написано? Лямбда у нас фиксирована, значит, она говорится, что она эквивалентна относительно замен координат, соответствующей функции этого семейства вот для этого значения параметра. И соответствует вот такой замене координат для данного значения лямбда. И что же здесь? Да, вот прям так, как есть, так и есть. Ну, просто у нас мы берем сигма, это вот это универсальная деформация, там мы как бы фиксируем y от лямбда, и потом всевозможные x большие поставляем и смотрим, там будет критическое значение или нет. Нет, а это x большое, оно уже по деформации мы его построили. X мы его построили по этой деформации, она уже как есть, такая есть. Каждой точке этого семейства соответствует, каждой функции этого семейства соответствует функция этого семейства. Но они не равны, они друг из друга получаются вот такой заменой. Ну, замена, конечно, зависит от параметра, да. Но тем не менее, какое бы ни было значение параметра, какая бы ни была замена, она до замены вырождена и после замены вырождена. До замены вырожден, тогда и тогда после замены вырожден. Вот это свойство, оно инвариантно относится к замен переменных. Давайте, чтобы понимать, о чем идет речь, давайте посмотрим хотя бы на простейших примерах. Это хорошо бы разобрать на семинаре, но все-таки... Но все-таки без этого трудно идти дальше. Давайте все-таки посмотрим вот на это семейство. И у нас дискриминант состоит из таких значений параметров А, Б, С, таких, что множество нулевого уровня этой функции вырождена. А что такое множество нулевого уровня? Корни. Это набор корней. Это в данном случае 4 точки. А дискриминант состоит из тех значений параметров, при которых среди этих корней есть кратные. Значит, F, соответствующий F, A, B, C. Я все время меняю обозначение, но уж извините. F, A, B, C имеет кратный корень. И если вы никогда раньше этой картинки не видели, то обязательно ее нужно увидеть. Эта картинка, даже если мы рассмотрим вещественную деформацию, соответственно, это картинка в трехмерном вещественном пространстве, которое просто нужно представлять. Есть. Ну, у вас... С топологией есть какие-то ассоциации? Там вы представляете себе, как устроен тор, лента Мёбиуса, там какие-то другие картинки. И вот это из таких образов, которые обязательно должен присутствовать в голове. Давайте я приведу ответ. Сначала
чуть-чуть попроще ситуацию. Особенность А2. Х в кубе плюс АХ плюс Б. И, соответственно, АВ такое, что F имеет кратный корень. Как устроено. Ну, давайте посмотрим. Простейший способ это увидеть вот как. Давайте этот кратный корень обозначу через У. И означает, что у нас наш многочлен – это просто x минус u в квадрате, это корень кратности 2. А с другой стороны у него сумма корней равна нулю. Поэтому у нее два корня в точке u, еще должен быть корень в точке минус 2u. Умножить на x минус 2, плюс 2u. Вот, если мы раскроем скобки, то это получается x в кубе плюс... Коэффициент при x квадрате пропадает, остается только коэффициент при линейном слагаемом и при свободном члене. При линейном слагаемом минус 3u квадрат. У квадрат x и плюс 2u в кубе. И минус 2u в кубе. Плюс 2u в кубе. Знаешь, вот такая параметризация дискриминанта. А равняется минус 3u квадрат, а b равняется 2u в кубе. Если я не наврал. Значит, в пространстве координат AB... А у нас будет все время отрицательно, значит, будет в левой половине вся картинка располагаться. Это называется то, что называется полукубическая парабола. Вот это вот дискриминант. И в этой области находятся многочлены с тремя вещественными корнями. А здесь вот, снаружи, это многочлены с одним вещественным корнем. Давайте я, чтобы все-таки была какая-то визуализация, нарисую график этого многочлена. Многочлен, у которых три вещественных корня, а здесь многочлен, у которых только один вещественный корень. Как-то он так вот расположен. Кубические многочлены состремялись с одним вещественным корнем. И здесь имеется полукубическое острие возврата. Это означает, что если мы рассмотрим семейство функций общего положения, теперь уже произвольный дискриминант в любом семействе двухпараметрического общего положения, в нем обязательно встретятся полукубические точки возврата, которые соответствуют особенности А2. Это гладкая гиперповерхность в пространстве параметров. Она соответствует, если мы берем семейство функций от одной переменных, то общему значению параметров соответствует, что все нули функции простые, но иногда эти корни нули функции слипаются. Они слипаются в точности на дискриминанте. А если у нас слиплось три корня, то это вырождение типа А2, и там появится полукубическая точка возврата. А что такое точка возврата? Ну, это значит, что мы, если рассматриваем это как параметризацию, как движение, а У – это параметр времени, то у нас точка бежит, 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 а в этом моменте у нас производная обращается в ноль. Скорость обратилась в ноль. То есть вот наша параметризация так уж... что мы как раз добежали, встали и потом пошли в обратном направлении. Ну, просто полукубическая особенность. Полукубическая в смысле b это а в степени 2 третьих. Нет, а это в степени... Нет, b... Да, b это а в степени 3 вторых с некоторым коэффициентом. Полукубическая парабола.
Да. Вот. Давайте теперь я сформулирую соответствующий ответ для семейства А3. Это картинка, которую полезно иметь в голове. Давайте я сразу сформулирую ответ. Лучше мы, конечно, ее полезно бы на семинаре изучить, но у нас есть много будет других задач считать на семинаре, поэтому просто как я дам уже сразу ответ. Соответствующая картинка называется «Ласточкин хвост». Он живет в пространстве параметров А, Б, С. Я сейчас не уверен, как правильно направить эти оси А, Б, С. Что-то типа того, что А нужно направить вниз, Б вправо, а С на нас. Но я не уверен. А С туда, к доске. Но я не уверен. Значит, это у нас вещественное пространство трехмерное с координатами А, Б, С. Нет, мы рассматриваем такое семейство многочленов. Это пространство параметров делит все пространство многочленов на три области. Ниже хвоста, внутри хвоста и вот сверху. И, соответственно, в этих областях они отличаются тем, как и сколько у нас имеется корней у нашего многочлена. Совсем внутри хвоста. Это многочлены, у которых это все многочлены четвертой степени, у которых имеется 4 вещественных корня. Соответственно, снаружи у нас здесь, как бы вот здесь нарисую, многочлены, у которых только 2 вещественных корня. И внизу многочлены, у которых вещественных корней нету. Кроме того, когда мы попадаем на дискриминант, у многочлена появляется кратный корень. Соответственно, у этой пирамидки имеется 3 стенки. И эти 3 стенки соответствуют тому, что у нас либо у нас у многочлена может быть слипнуться 2 правых корня. Либо могут слипнуться 2 левых корня. А либо же, наконец, наверх, если мы на верхней стенке находимся, то у него слипнутся 2 средних корня. Получается вот такой график. 2 средних корня слиплись. Ну а теперь скажите, что означает... Это пунктирная линия, что означает самопересечение этого дискриминанта. Ну, у него слиплись две пары корней слиплись правильно. Вот. И это соответствует, что у него, соответственно, 2 левых слиплись и 2 правых слиплись. Такие многочлены, у которого есть 2 пары слипшихся корней. Ну вот. А вот это... Вот эти линии, они отвечают за особенность, вершина отвечает за особенность А3, а это отвечает за особенность А2. А2 значит, что у многочлена есть трехкратный корень. Я напомню, что в особенности А2 у нас дискриминант был полукубическая парабола. Но это для случая, если у нас 2 параметра. А если у нас 3 параметра или больше – это означает, что в двух направлениях у нас картинка такая, а есть еще дополнительные направления, вдоль которых ничего не происходит. Такой цилиндр, прямое произведение. Соответственно, если есть дополнительные параметры, то из полукубической параболы получается такой цилиндр над полукубической параболой, это ребро возврата. И вот мы здесь как раз это и наблюдаем. Это то, что здесь расположено. Это полукубическая парабола, помноженная на прямую, локально.
И она соответствует, что у нас две ветви. Это у нас либо три правых корня слиплись, либо три левых корня слиплись. Вот так, так это происходит. Это все картинка вещественная. Но, честно говоря, нам больше интересна не вещественная картинка. Я ее привел просто для того, чтобы хоть какие-то образы возникли. Но все, что у нас, что мы изучаем здесь, на этой школе, нас больше интересует комплексная картинка. Комплексную картинку мы изобразить, конечно, не можем, потому что она живет в пространстве в два раза больше вещественной размерности. Но, тем не менее, вывод такой, что дискриминант для... Мы будем теперь изучать только версальную деформацию. Это пространство параметров версальной деформации. И, соответственно, дискриминант живет в пространстве этих параметров. Это, вообще говоря, особое комплексная гиперповерхность. И здесь возникает отличие вещественной задачки от комплексной. В вещественной картинке мы видели, что дискриминант делит программы, пространство параметров на области. У нас было три области в дополнение к Класочкину хвосту, где многочлены имеют там 0, 2, 4 корня вещественных. А в комплексной ситуации это комплексная гиперповерхность, которая с точки зрения вещественной геометрии имеет коразмерность 2, как кривая в трехмерном пространстве. И она, соответственно, ничего не делит, ее можно обойти. И, соответственно, дополнение пространства – это связано. У нас в комплексной задаче, если у нас поверхность уровня не особая, то она уже, ее топология не зависит от того, какой мы возьмем параметр. Пространство, дискриминант не делит пространство параметров. Поэтому, если в вещественной задаче мы изучаем, как расположены отдельные куски и как поверхность уровня меняется при переходе через дискриминант, как корни сливаются, разлипаются, в комплексной задаче постановка другая. Пространство параметров связано, и мы можем вместо того, чтобы переходить через дискриминант, мы можем его обходить. И задача изучить, что происходит при обходе вокруг дискриминанта. Он имеет вещественную коразмерность 2, примерно как кривая в трехмерном пространстве. У нас есть дискриминант, объемящее пространство CMU, которое имеет вещественную размерность двумерной водной размерности. И дискриминант, как вещественная гиперповерхность, он имеет размерность на 2 меньше. И мы можем вокруг этого дискриминанта подойти к нему и посмотреть, что происходит. И это мы как раз, это то, что нас и будет интересовать. Это получается, мы деформируем деформацию? Нет, мы уже ходим в пространстве деформации, мы уже деформация у нас зафиксирована, мы теперь ходим в пространстве параметров деформации. То есть меняем деформацию?
Нет, нет. У нас есть пространство деформации, которое содержит все возможные деформации. И мы выбираем какую-то одну, идем по пути вдоль этой одной деформации. Понятно. У нас пространство всех деформаций, а мы выбираем из них какую-то. Да. Нет, почему одну? Мы же когда ходим по этому пути, у нас параметры меняются. Тоже параметры поменяются, да. Да. А деформация? Одномерное такое семейство, внутри универсальное, да. Все, мы функцию меняем, а с деформацией какого семейства? Да, да. Мы объемлющую универсальную деформацию мы уже зафиксировали. Других деформаций уже рассматривать не имеет смысла, поскольку в ней все содержится. И теперь мы будем внутри этой универсальной деформации ходить по разным кривым. Ну вот это, если угодно, то значит здесь в терминах обозначения здесь вот лямбда меняется от нуля до единицы вещественным, ну там одномерное семейство. И мы ходим по параметру, а это вот там y от лямбда. Вот мы ходим по нашему параметру. Когда мы ходим, у нас меняется это лямбда. Угу. Ну и теперь мы на нашу картинку посмотрим, что у нас имеется. А можно просто? Вот то, что вчера вы рисовали, когда мы точки обходили, это пересечение вот этой всей картинки с плоскостью, когда все параметры, кроме одного, равны нулю. Да, да. Значит, действительно, в качестве примера... Ай, давайте я нарисую это сейчас отдельно. Действительно, полезное замечание. Давайте я нарисую еще раз этот ласточкин хвост. И у нас исходная функция. Если мы будем смотреть на семейство функций f от x равняется это равносильно тому, что f от x минус это равно нулю. А в нашем версальном семействе это означает, что мы все коэффициенты положили равны нулю, кроме свободного члена, который равен минус это. И это соответствует вот прямой на нашем ласточном хвосте, которая вот здесь вот расположена. Это пространство, вот такое мы рассмотрели, такую прямую. Значит, вот это семейство, оно тоже индуцируется из универсального семейства при помощи такого семейства, вот такого, такой прямой. В этой прямой содержится, это семейство содержится в версальном семействе вот таким образом. Кроме этого, мы еще рассмотрели в прошлый раз f тильда от x равно это, такое семейство функций, которые уже вместо того, чтобы... Значит, в этом семействе вырожденные функции соответствуют значению это равно нулю, а здесь вырожденные значения параметров это соответствуют критическим значениям f тильда. Их было мю разных штук. И в этой картинке нужно посмотреть на чуть-чуть пошевеленную кривую, которая пересекает наш дискриминант в нескольких местах. И это, соответственно, вот пространство параметров вот пошевеленного семейства. Поэтому мы можем гулять в дополнение дискриминанту внутри всей универсальной деформации, либо внутри одной прямой пересечения, лежащей на нашей универсальной деформации. И тоже мы, соответственно, избегаем точки пересечения с дискриминантом. Это ответ на ваш вопрос, да? Когда мы это двигали так, чтобы там критическим значением приближали, угу. Это вот мы двигались в этих вот в
плоскости между этими двумя прямыми? Ну да, это комплексная прямая. Это комплексная прямая. И в ней, внутри нее есть мю точек, к которым нельзя приближаться. Которым запрещается, на которые нам не разрешалось заходить, значит, поверхность уровня становилась особой. Мы к ним приближались, а потом обходили их. Да, 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 да. Вот это где происходит? Это они. Ну и давайте сделаем то же самое. Значит, у нас есть дискриминант, и в него тоже в него есть разные куски. И в частности, это особая гиперповерхность, и в ней есть основная. Основная часть, гладкая часть, которая соответствует особенностям типа А2, А1. Особенностям А1. Это гладкая часть дискриминанта. Это, значит, дискриминант – это функция лямбда такое, что соответствующая функция, соответствующая этому значению параметра лямбда – особая, но, соответственно, у нее есть критическая точка, дайте я напишу так, имеет критическую точку с критическим значением 0. А основная часть, когда вот та самая выраженная критическая точка, простейшая, имеет простейшее выражение, вырождение А1. Это критическая точка типа А1, вот таким, с критическим значением 0. Ну или морсовская. С критическим значением 0. То есть в ней слиплось ровно две. А, нет, с критическим значением 0. Да, все правильно, да. Морсовская критическая точка. Ну и теперь действительно у нас есть дискриминант в пространстве параметров. А? Несколько будет, но разные же корни будут слипаться в один. Ну, дискриминант большой, и у него есть разные точки. Можно к разным местам дискриминанта приблизиться. Ну, и да, там какие-то. Несколько этих один. Их не несколько, а как бы сказать, их. Это этот кусок тоже связанный. Внутри дискриминанта он связанный там. Мы можем действительно к разным местам дискриминантом приходить, и поэтому действительно разные критические точки будут появляться. Вот, но что значит несколько, непонятно. И вот мы начинаем с исходной точки Y0, и мы подходим к дискриминанту, вот гладкой части дискриминанта вдоль какого-то пути гамма. И здесь как раз происходит вырождение Морса, морсовская особенность. Это означает, что при этом пути у нас на нашей поверхности, каждой точке вне дискриминанта соответствует поверхность слой Милнера, и при приближении к дискриминанту у нас как раз появляется исчезающий цикл, какая-то маленькая сфера стягивается. Каждому пути, который стартует в исходной точке и подходит к гладкой части дискриминанта, соответствует исчезающий цикл. Значит, этому пути гамма мы сопоставили исчезающий цикл. Это сфера в Y0. Кроме того,
мы этому пути сопоставили петлю ро, которая вот здесь нарисована. Мы идем вдоль пути, обходим вокруг дискриминантов положительное направление, возвращаемся вдоль пути гамма обратно. Значит, сначала идем вдоль гамма, обходим вокруг дискриминанта, возвращаемся обратно. У нас петля. И эта петля действует монодромией. Вдоль ро, которая есть отражение в плоскости ортогональной исчезающему циклу. Значит, все, что я раньше говорил про одну функцию, это верный и в общем случае. И, соответственно, такие монодромии порождают всю группу монодромии. Давайте я теперь суммирую, что же у нас имеется. За какой геометрией нужно следить. Так, теперь картинка общая такая, что у нас есть пространство, комплексное пространство, или там росток комплексного пространства в начале координат. У нас имеется дискриминант, который есть комплексная гиперповерхность. И над дополнением дискриминанта имеется следующая структура. Имеется комплексное векторное расслоение. Сейчас я скажу, что я имею в виду. Векторное расслоение со слоем мюмерным слоем. И в каждом слое у нас имеется мюмерная целотечественная решетка. В терминах того, что я в прошлый раз говорил, этот слой расслоения – это просто… Это решетка, это гомология слоя Милнера. А комплексное соответствующее пространство, это я беру с целыми коэффициентами, да. А объемлющее пространство, в котором это все лежит, это соответствует на гомологии с комплексными коэффициентами, которые есть просто комплексификация этой решетки. Но главное, что такая структура, комплексное векторное пространство и в нем целотечественная решетка, они непрерывно зависят от точки вне дискриминанта. И нам важно понять, как все это меняется, когда мы двигаемся в пространстве параметров. Когда мы возвращаемся на место, эта решетка возвращается тоже на место, и у нас получается некоторое преобразование нетривиальное это решетки, которые и называются монодромия. Значит, дополнение к дискриминанту. Всякая петля в дополнение к дискриминанту задает автоморфизм этой целотечественной решетки. Это есть, значит, группа, что это такое? Это группа целотечественных обратимых матриц. Что? Это точка. Ну, Y это то же самое, что это обозначалось у нас. Точка в пространстве параметров.
Мы рассматривали в прошлый раз одномерное семейство, когда у нас Y бегал вдоль прямой, и обозначали ее через это. Нужно у P1 поставить начальную точку. Да. Угу. Тогда это будет Y0, BY0. Но пока, да, но в произвольным точкам соответствует произвольный Y, но когда мы будем рассматривать петли, которые начинаются и кончаются в Y0, то, конечно, это будет. Вот. Значит, вообще это такая худенькая решетка, потому что у нас слой мемерный, комплексный, и, соответственно, вещественно 2 мемера. А решетка в нем имеет ранг только мю, половину размерности. И, это не как в эллиптической, у эллиптической, да, кривой. Не как там в целочисленной атомологии, в эллиптической кривой. Вот. Это такая худенькая решетка. То есть на плоскости это просто такая цепочка точек. Угу. Значит, вообще говоря, эта группа бесконечно мерная, это множество всех целочисленных матриц, НН матриц, мю на мю матриц с определителем плюс-минус 1. Это, вообще говоря, бесконечно мерная группа. Но оказывается, что вот в случае, когда у нас простые особенности, она получается все, что мы можем получить, конечное. Значит, давайте я суммирую то, что мы имеем. Во-первых, это группа, образ, называется группа монодромия. Особенности. И, значит, группа монодромии однозначно определяется формой пересечения в нашем пространстве в слое Миллера. Форма пересечения, напомню, что у нас мы рассматриваем циклы средней размерности, размерности вещественной размерности n-1 в объемлющем многообразии вещественной размерности 2n-2. И поэтому два цикла можно их пересекать и посмотреть, какой у них индекс пересечения. Задается форма пересечения. Соответственно, если n нечетно, то эта форма пересечений симметрична. А группа монодромий порождена отражениями в плоскостях ортогональных исчезающим циклом. У нас имеется набор образующих этой решетки, которые соответствуют исчезающим циклам, и вот нужно отражать относительно них. Соответственно, нужно, чтобы восстановить группу монодромия, достаточно знать матрицу пересечения в базисе исчезающих циклов. А что такое n маленькое? Число переменных. У нас функции, изначально функции были от n переменных. И, соответственно, нам хочется, чтобы число переменных было всегда нечетно. Потому что для четного числа переменных там группа монодромии сложнее, форма косимметричная, тоже достойно изучения предмет, но менее наглядный ответ. Поэтому
нужно добавлять квадраты, чтобы сделать число переменных нечетных, нечетным нужно добавлять, стабилизировать, добавлять новые квадраты. И при двойной стабилизации если мы число переменных увеличиваем на 2, то у нас все сохраняется с точностью до умножения на знак. Соответственно, если у нас имеется два содержательно разных случая, когда число переменных четное и нечетное. Если четное, то форма переменных коссимметрична. Если n нечетно, то форма пересечения симметрична. И после двойной стабилизации знак умножается на минус 1, а еще после следующей двойной стабилизации она возвращается на место. Но случаи, когда n равно 1 и 3 по модулю 4 не сильно отличаются, они, значит, отличаются всего лишь знаком, но как группа монодроме это одно и то же. Дальше оказывается, что эта форма пересечения может быть и вырожденной, и оказывается, что для простых особенностей серии АДЕ эта форма пересечений не вырождена, это вовсе не так, для других особенностей она может быть и вырождена, и более того, она является знакоопределенной. Давайте я напишу отрицательно определенный если у нас число переменных 3 по модулю 4. Ну и, соответственно, она является положительно определенной, если число переменных 1 по модулю 4. И в этом случае группа для простых особенностей, группа отражений конечна, группа монодромии, извините. Конечно, и совпадает с одноименной группой из классификации групп порожденных отражений, из классификации Шевалье. С одноименной группой Вейля, да? Ну, да. Давайте Вейля, да. Если Вейля для классификации простых алгебр Ли. Значит, последняя часть теоремы доказывается перебором всех возможных случаев, конкретно изучением всех этих особенностей А, Д, Е. Мы с вами более-менее подробно уже разобрали случай А, увидели, как там группа перестановок из мю плюс одной точки действует. И похожим образом каждый раз отдельно изучаются все эти особенности D и E, по отдельности все рассматриваются. Чтобы все это изучать, нужно, конечно же, хорошо понимать себе, как устроена геометрия, топология слоя Миллера, как там все перетягивается, и что такое гомологии, как там они все между собой взаимодействуют, потому что у нас, в конце концов, когда мы начинаем с одного слоя Миллера, который мы представили в виде букета сфер, потом применили монодромию, и одна сфера из этого букета, она размазывается по всем сферам, образ этой сферы, одной сферы при монодроме, она размазывается и представляется в виде линейной комбинации сферы этого букета. И чтобы увидеть, как все это происходит, в общем, нужно довольно хорошо представлять себе геометрию и топологию этого всего. В принципе, это возможно, и так всегда и было, все и начиналось. Но есть еще один альтернативный
подход, как получить вот эту картинку, ничего не зная про гомологию. Ну, давай я все-таки скажу, что эта задача сложная, но не слишком сложная. Просто потому, что у нас вся содержательная информация лежит в одной размерности, в половинной размерности. У нас нет ничего рядом, нет ни в меньших размерностях ничего, ни в больших размерностях ничего. У нас сферы. Их несколько, и поэтому с ними нужно как-то работать со всеми в совокупности, но они все в одной размерности. И за счет этого, в общем, картина получается довольно ясная и довольно прозрачная. Да. А что происходит при одинарности дилетации? Формы пересечения становятся косо-симметричные. И соответствующее преобразование выглядит, сказать, да? Ну, давайте скажу тогда. Значит, давайте пример, когда n нечетно, что происходит. N четно. Я сейчас нарисую... приведу реалистичную картину, что на самом деле происходит. Когда n равно 2, то, соответственно, v лямбда – это алгебраическая, комплексная кривая. Это, значит, Римлова поверхность. И соответствующую картинку я даже рисовал. Значит, как она устроена? Это поверхность с краем и там с каким-то набором дырок на ней. Прямо буквально так оно и происходит. Теперь, когда мы двигаемся вдоль нашей кривой гаммы и подходим к дискриминанту, на кривой возникает морсовская особенность, которая... Это двойная простая точка. Ну, на поверхности. На поверхности. А я сказал? Ты сказал на кривой, а это слово кривая получается слишком многозначно. Да, на нашем слое Милнера возникает морсовская особенность. С точки зрения вещественной геометрии означает, что маленькая петелька, вещественная вот такая петелька, стягивается в точку, происходит перетяжка. Это что происходит вдоль петли гамма. А теперь у нас была еще петля, которая соответствует обходу, которую мы обозначали через ρ. Что происходит с нашей поверхностью при обходе вокруг это дискриминанта. Здесь происходит с нашей поверхности некоторое преобразование, которое называется скручиванием Дена. Оно устроено таким образом. Не хочу... Ну ладно, давайте это все уберу. Преобразование есть скручивание Дена, которое состоит в том, что вот у нас есть кусок нашей поверхности, и на нем вот этот исчезающий цикл, который стягивается в точку. Это вот я вот этот кусочек нарисовал в увеличенном масштабе. Нужно нашу поверхность разрезать вдоль этой окружности, перекрутить на 360 градусов и приклеить на место. То есть, если у нас исходно была вот какая-то вот вот такая кривая на нашей поверхности, то после скручивания Дена, это такой гомеоморфизм поверхности на себя, при котором эта кривая становится примерно, выглядит примерно таким образом. Вот. Вот. Это
Если мы второй раз обойдем, то у нас дополнительная перекрутка произойдет. И, в принципе, так много-много-много раз. С точки зрения гомологии, с точки зрения преобразования монодромии, как она действует на решетке, у нас к нашему циклу, вот это если был исходный цикл, а к нему добавился с точки зрения гомологии еще дельта. Исчезающий цикл к нему добавился. Потом он еще добавляется, добавляется и так далее много-много раз. Такое преобразование называется трансфекция. Это когда у нас вот такое преобразование, которое каждая точка переносит вдоль одного базисного вектора дельта с разным коэффициентом. Значит, вот каждая точка передвигается вдоль одного вектора. Он издается такой такой треугольной, не треугольной матрицей такой. Это происходит, да, на цилиндрической решетке, да. Ну, у нас, смотрите, А переходит в А плюс скалярное произведение, похожая формула, А с дельта на дельта. С каким коэффициентом? Там, не важно, с каким коэффициентом. 2 или 1, 2, не важно. Плюс или минус, там, в зависимости от отчетности. То есть, но вот эта добавка, она пропорциональна вдоль дельта, а дельта сам себе ортогонален в косимметрическом случае. И поэтому этот коэффициент не меняется. Когда мы применяем h квадрат, вот это если h, то h квадрат а, он применяет, он а переводит, это а, скалярное произведение а и с дельта, и h а с дельта одно и то же. Получается, второй раз мы добавляем эту добавку и так далее. H k а, это есть а плюс k умножить на а дельта, дельта, дельта. Эта группа сразу автоматически становится бесконечной. Такие косые сдвиги, их можно итерировать, получается сразу группа бесконечная. Вот, поэтому здесь ситуация чуть-чуть посложнее, тут никаких конечных групп отражений не получить, но и вообще говоря, геометрия косо-симметрической формы, она, конечно, столь же важна, сколько геометрия симметрической формы, но в институте на младших курсах ей не слишком много времени уделяют, и как-то интуиция по поводу симметрических форм лучше развита. И представление о том, как устроен мир квадратичных, а тем более знака определенных форм, как-то более привычный. Поэтому случай четных n рассматривать не нужно, но тем не менее, вот это верен факт, что с каждой группой Веле связан такой вот близнец-партнер косимметрический, который вовсе уже не является конечным. Но если мы добавим x квадрат, то все это каким-то образом будет соответствовать симметрической форме. Да, да, да. Значит, если мы действительно вот берем вот эту функцию двух переменных, к ней добавим квадрат, и все сразу станет симметричным, и все станет гораздо более привычным. Если квадрат третьей переменной добавить, то задача станет с той же самой особенностью, связанная уже будет монодромия в симметричном случае, которая более привычная. Так вот, я хочу предъявить еще один взгляд на этот предмет, который формально не требует понимания, что такое гомология, хотя, конечно же, только формально, а так по существу понимать
все-таки лучше, тогда было бы более понятно, что происходит. Значит, дело в том, что вот это комплексное векторное расслоение, которое я здесь описал, оно само по себе продолжается на дискриминант. Поэтому я немножко эту картинку модифицирую. Значит, у нас есть цмю, давайте я обозначу y. Это база версальной деформации, или база, или пространство параметров. Версальной деформации. Над y имеется комплексное векторное расслоение, со слоем, давайте как-нибудь его обозначу, со слоем, с мюмерным слоем. И оно продолжается на дискриминант. И поскольку у нас все это в окрестности начала координат, то оно можно считать, что тривиальное. Сейчас, а как оно на дискриминант продолжается? Я сейчас опишу. Но у нас еще была дополнительная информация, а именно была решетка. Вот эта решетка лямбда имеется в слоях этого расслоения Е, определена только вне дискриминанта, над Y без дискриминанта. И мы следим, как все это преобразуется при обходе вокруг дискриминанта. На этом языке вот это преобразование, которое, это дополнительная структура, которая привносит решеткой, называется, вот эта решетка, это называется, дополнительная структура называется плоская связность. А почему векторное расстояние тривиально? Это вот Сергей Александрович тоже. Тривиально, потому что у нас все в окрестности начала координат, над маленьким шариком любое это расстояние тривиальное. Но, в принципе, я сейчас объясню, как его продолжать на дискриминант, и как его продолжать на дискриминант, и как его тривиализовать, я сейчас просто предъявлю чуть попозже. А? Если у вас база стягивает... Если база стягивает, то любое расслоение тривиальное. Но я сейчас просто предъявлю, как его написать. Значит, что такое связность? Связность в векторном расслоении – это способ отождествления слоев, когда мы двигаемся вдоль кривых. Если мы двигаемся вдоль кривых, то у нас есть однозначный способ отождествить слои вдоль этих кривых. Соответственно, когда мы возвращаемся обратно в начальную точку, то мы, отождествляя слои друг с другом вдоль этой кривых, возвращаемся на место, получаем какое-то нетривиальное преобразование. А связность называется плоской, если это отождествление зависит только от гомотопического класса пути. Если мы соединили две точки путем, то, вообще говоря, отождествление слоев вдоль одного пути или вдоль другого пути приводит к разным отождествлениям слоев начальной и конечной точки. Но если это зависит только от гомотопического класса пути, то тогда такая связность называется плоской. И вот как раз наличие вот этой дискретной структуры решетки сдает плоскую связность. Мы, двигаясь от одного слоя к другому, можем как раз отождествить эти решетки. И локально мы
преобразование, которое приносит одну решетку в близкую решетку, оно как раз задает связность. И она будет как раз плоской. И раз у нас есть плоская связность, она как раз и задаст монодромию. И вот то, что я сейчас определю, отвечая в частности на вопросы, я сейчас предъявлю способ, как по особенности построить векторное расслоение, причем тривиальное, которое определено всюду, в том числе и на дискриминанте, и как на нем задать связность в дополнение к дискриминанту, так, чтобы она отвечала за эту решетку. Тем самым, интегрируя эту связность, двигаясь вдоль этой связности, мы можем восстановить группу монодромии. И в этом определении, которое я сейчас приведу, никаких гомологий уже, таких гомологий сингулярных, вот этих самой, всего этого уже на самом деле не используется. Да, вот я сейчас это я объяснил, что я сейчас хочу сделать, теперь я объясню, как это нужно сделать. Правда, время... Нет, еще есть 10 минуточек. Значит, есть два варианта этого объекта, и этот объект – то, что называется решетка Брискорна. Слово «решетка» в этом контексте не очень удачное, но, тем не менее, оно так принято в литературе – Брискорн Лэттис. Ну, давайте я возьму в кавычках «решетка Брискорна». Это в этом контексте… Это не в том смысле, что это целочисленная решетка, а наоборот, векторное расслоение называется решеткой Брискорна. Ну, какой-то странная терминология. Поэтому я взял в кавычках. И у нее есть два варианта. Сначала я один вариант предъявлю, а потом чуть-чуть модифицирую. Значит, первый вариант такой. Я беру. Значит, у нас есть CM и CMU. Значит, здесь у нас живет x-координаты, здесь y-координаты. И я беру такой объект, который называется относительные замкнутые n-1 формы. Дифференциальные. N-1 формы. Это обычные дифференциальные формы степени N-1 от всего из совокупности переменных. Ну, давайте я напишу это самое здесь так. CN на c мю, всей совокупности переменных, рассматриваемые с точностью до форм, которые, значит, что у нас? У нас f умножить на что-то, умножить на n-1 цены на c мю. Потом мы факторизуем также по df умножить на омега n-2 и еще dy-ity на омега n-2. Так, по-моему, нужно так рассматривать. Наверное, так. И да, значит, берем фактор по таким, которые всем вот этим самым порождены. Это не идеал, хотя бы потому, что это да. Кольцо. Не идеал, да, это модуль. Это все рассматривается как модуль над кольцом функций.
И утверждение, что этот объект является свободной модуль ранга мю над кольцом функций. От y параметров. Значит, смысл его состоит в том, что мы эти n-1 формы можем интегрировать по исчезающим циклам. И, соответственно, базис в этом модуле задает базис в пространстве, двойственном к тому самому расслоению. Это есть пространство сечения, двойственно к тому расслоению, которое я хотел построить. Значит, тот факт, что он свободный, означает, что его можно рассматривать как множество как раз пространства сечений тривиального расслоения над базой. Соответственно, если мы выберем набор образующих, то спаривая эти образующие с исчезающими, с базисами исчезающих циклов, мы получаем как раз двойственные объекты. И, соответственно, чтобы задать связность, нужно задать просто это операция, которая действует как дифференцированием на пространстве этих сечений. И она задается следующим образом, что производная направление этой координаты от некоторой формы омега. Значит, омега – это некоторая функция, представленная вот с точностью до такой, некоторая форма, n-1 форма, которая представлена с точностью до вот такого произвола. Нужно продифференцировать просто по параметрам, по y и t, все коэффициенты этой формы и сделать небольшую поправку. Поправка звучит таким образом. dfp dy и t –